Сжигая дни, часы, минуты, встречая зори выше звезд, лишь он вести с собой способен, лишь он их подтолкнет из гнезд. Преодолев пороги жизни, ломая будни скорлупу, он носит гордо имя птицы, вожатого избрав судьбу. Вожатые. Мам, а кто это? Вожатые. А знаешь ли ты, как благородный орел ведет борьбу за самое дорогое, что есть у него, за жизнь и будущее маленьких, беспомощных желтых комочков, ждущих материнской ласки и заботы каждое мгновение. Так и вожатый, не жалея себя, беспрестанно, беспрекословно встречая новый день, спешит к тем, кому он отдает свою заботу, любовь, сердце. Хотя почему отдает? Дарит. Дарит безвозмездно сердце и душу тем, кто в них так нуждается. Как благородная птица полностью отдает себя им. Одним единственным и неповторимым. Детям, своим птенчикам, так неуверенно делающим первые взмахи крыльями в своем еще теплом и таком уютном гнездышке. В его руках твоя судьба. Твое настоящее и будущее. Будущее, которое ты безгранично доверяешь вожатому, даря ему свои чувства, переживания, делясь откровениями и тайными желаниями. Но ты даже не задумываешься, не замечаешь и, может быть, никогда не узнаешь, что происходит в душе вожатого, какие силы он пытается перебороть внутри себя и через какие преграды он перешагивает, готовясь к расставанию. Ведь он должен, подобно орлам, выпустить из гнезда самое дорогое, что есть у него – детей. Театра дух вожатым правит, он создан множеством ролей. Сказав и спев, он след оставит в пылающих сердцах детей. Быстро время на часах вперед умчалось. Стрелки быстрее все бегут, и лишь несколько минут у нас осталось. Все время тает на глазах, гаснут звезды в небесах, тускнеют свет. Остается нам опять с нетерпением ожидать ближайшей нашей встречи. Песня звучала и прощальный взгляд, подарив глаза печально улыбнуться.
чтобы к вам опять вернуться. Аплодисменты педагогического отряда факультета психологии, друзья!